ненависть, она доступна. Всем добрый вечер. Очень приятно, что мы собрались сегодня здесь. И мы пришли сюда для того, чтобы поздравить нашу замечательную Татьяну Викторовну, нового бизнес-лидера, ее бизнес-группу компании Mary Kay. В процессе нашего праздника вы получите представление о карьере Татьяны Викторовны, которая начинала с консультанта по красоте и достигла лидирующего положения. Ваши аплодисменты, Татьяна Викторовна. И этот успех, он не случайен. Это подтверждение непоколебимой Mary Kay Ash в женщин, в их способности достигать в этом мире всего, что они действительно хотят. Лидерская программа, которую достигла Татьяна Викторовна, это вершина профессионального отношения к делу. Идеальное сочетание всех принципов нашей компании. А чем же уникальна компания Mary Kay? Это единственная компания в мире, которая работает по принципу «вера, семья, карьера». Компания, которая взяла золотым правилом «относись к людям так, как ты хотел, чтобы относились к тебе». А также «попробуй, прежде чем купить». Главное, для чего Mary Kay Ash создала компанию, для того, чтобы женщина могла зарабатывать. А инструмент она выбрала уникальный способ. Это уход, косметика, продукция, мастер-классы. Начнем мы наш вечер сегодняшний с обращения национального директора компании Mary Kay Гориной Людмилы Алексеевны, которая находится сейчас в Австралии. Давайте послушаем, что же желает нам Людмила Алексеевна Горина. Людмила Алексеевна живет в Австралии дочь. И вот она регулярно там проводит это время с семьей. Итак, слушаем. Здравствуйте, дорогие Татьяна Крылова, Надежда Лузгина и консультанты новой бизнес-группы Татьяны. С вами на связи Горина Людмила, старший национальный директор. Я сейчас от вас за много-много-много тысяч километров и, к сожалению, не смогу лично каждую из вас поздравить и обнять. Но я хочу сказать вам, какие вы замечательные. Я поздравляю вас с рождением новой бизнес-группы, нового подразделения женщин, новой группы женщин, у которых есть общая мечта, которые хотят лучше жить, которые хотят больше зарабатывать, которые сами великолепные и делают великолепными женщин, которые окружают вас. Спасибо огромное за то, что какое-то время назад вы выбрали компанию Mary Kay. Вас за это абсолютно точно Боженька поцеловал просто в макушку. Но вас второй раз в макушку поцеловал Боженька, когда вы выбрали в свое время бизнес-группу Надежды Лузгиной. Надежда, восхищаюсь вами, поздравляю вас с выпуском дочернего директора и восхищаюсь тем, с какой миссией, с какой красотой, с какой надежностью вы помогаете женщинам. Но, дорогие консультанты новой бизнес-группы, вас Боженька поцеловал в макушку в третий раз, когда 1 августа вы сформировали свое новое подразделение со своим дорогим директором Татьяной Крыловой. Я желаю вашему кораблю большого плавания. Я желаю вам преодолеть все бури и невзгоды. Я желаю вам скинуть на своем корабле флаг победы. Вы это можете. Татьяна Крылова, дорогая, в добрый путь. Спасибо вам огромное за вашу любовь и отношение к компании Mary Kay, к вашим клиентам и друг другу. С любовью и уважением, с гордостью за вас, ваша Людмила Горина, старший национальный директор. Вы знаете, кто такой национальный директор? Вы видели портрет Людмилы Гориной. Это человек, у которого доход ежемесячный более 500 тысяч рублей. Это человек, который добился этого своим трудом. Она долларовый миллионер, мультимиллионер. В Челябинске живет. Учитель музыки был. Так что все у нас в наших руках. Все. Пожалуйста, спасибо. Представим старшему директору, обладателю 74 звезд на лестнице успеха, на бриллиантовой лестнице 56 бриллиантов,
обладатель 3 автомобилей от компании Mary Kay, обладательница 16 бриллиантовых шмелей. Она в десятке лучших лидеров, тренеров в университете Mary Kay и награждена поездками за границу. Лузгина Надежда Васильевна, вам слово. За прием. Итак, сегодня мы чествуем Татьяну, Татьяну Крылову. Скажите, пожалуйста, а что такое она сделала, за что ее надо чествовать? Стала директором. Директором стала, да. Дело в том, что Татьяна увидела перспективу. Вот сейчас другая Татьяна, первая Татьяна, Татьяна, которая ведущая, проговорила, для чего Mary Kay создала компанию. Вы уловили, для чего создала компанию Mary Kay? Чтобы женщины научились зарабатывать, чтобы не выходя из дома, они научились делать доход, делать деньги. И даже очень большие деньги, очень хорошие деньги. Итак, мы с Татьяной пришли, да, можешь, да, идем, мы вместе будем презентовать это, что мы, почему мы с ней в компании. Но, знаете, это, наверное, единственная в мире компания, когда на старте мы все равны. Каждый на старте получает от компании сумку, стартовый набор. Поднимите руки, кто получил этот стартовый набор. Сумка, она меняется, этим летом была вот такая вот сумка, потом будет черная. Поднимите руку, у кого есть этот стартовый набор. Так, еще, где? Все, кто, консультанты? У вас у всех есть стартовый набор, отлично. Что же вы увидели в этом своем стартовом наборе? Скажите, пожалуйста, что там было в этом стартовом наборе? Продукция, в первую очередь продукция, конечно. И мы тоже увидели вначале только продукцию. Но, оказывается, нет, пожалуйста, это вот продукция. То, что мы обязательно находим в нашем стартовом наборе, из чего все начинается. Это продукция. Затем мы преображаемся, мы растем, мозги наши растут, и мы становимся ангелами, которые возвращают молодость и красоту женщинам. Вот какими мы ангелами становимся, вот каких мы себя нашли в этой сумке, вытащили из этой сумки. Следующее, что мы, что мы еще нашли? Ну, про звезды сегодня говорили, про подарки, подарков каких только у нас нет подарков, чего мы только не увидели от компании, какие только, оказывается, жемчуга и бриллианты не существуют. В августе этого года мы получим розовый жемчуг. Оказывается, он не только белый, оказывается, какого только цвета нет этого жемчуга. Оказывается, бриллианты могут быть и розовые, и черные. Черных бриллиантов нет в алмазном фонде Эрмитажа. А у нас есть шмели с черными бриллиантами. Итак, Татьяна уникальный человек, который в статусе консультанта имеет двух бриллиантовых шмелей. Вот этого шмеля мне подарили, когда я в 2003 году получила первого шмеля. И мне его подарили на сцене семинара. Вот. У Татьяны их два. Это не последние, естественно. У меня их сейчас 16 в этом году получаем. Итак, шмели с настоящими бриллиантами. Ой, что же мы еще вытащили из сумки нашей, из нашего стартового набора? Свободу перемещения, что называется. Первая поездка за границу для моего мужа была тоже от компании. Загранпаспорт он сделал именно вот с этой поездкой от компании. Ну, честно говоря, я тоже первый загранпаспорт сделала именно с компанией Mary Kay. Что еще вытащили?
Как уже сказали, я вхожу в десятку почетных тренеров университета Мэри Кей. Так вот, я учитель, преподаватель по жизни. И компания просто помогает нам развить наши способности. Татьяна была преподавателем много-много лет, работала с детишками. Я тоже 20 лет отработала в школе, и я чуть пораньше, Татьяна чуть попозже, ушли уже, что называется, надо подумать и о себе, и о старости, и уже о других возможностях, не только, уже. Итак, это обучение в университете и моя деятельность тренера. Что еще мы вытащили? Ну, как я уже сказала, украшений столько, мало украшений не бывает, украшений столько, что коробочек столько, что это вот просто да-да-да, их тоже много не бывает, много-много-много. Еще свободу, что называется, приобретение чего? Гардероба. Свободу. Мы можем позволить себе что-то из гардероба побольше, чем рынок в Миассе, скажем так. Можем так. Еще что я вытащила? Я вытащила из этой сумки три автомобиля в подарок от компании. Помимо всех остальных подарков. Еще что? И самое главное, денежки. Денежки нужны для, для свободы выражения, для того, чтобы себя чувствовать уверенной, для того, чтобы понимать, что я могу помочь детям, могу помочь внукам, что я могу, вот не просят у меня ни дети, ни внуки, но мне это хочется. А пенсия у меня 7900. Представляете? Что бы я могла, чем бы я могла помочь своим деткам и внукам. Так вот, и все, что вот это я вытащила, это в море возможностей Мэри Кей. Ну, я не знаю, не то, что с чайной ложкой я к этому океану возможностей подошла, я, наверное, с пипеткой подошла. Очень хочется, чтобы Татьяна, она уже увидела возможности, она уже пришла к нам в директорский корпус. Очень хочется, чтобы она взяла черпачок побольше. И самое главное, чтобы каждая из вас, особенно молодежь, понимали, что здесь такой океан возможностей. Вот просто наклонись и подними вот эти вот вещи. Просто наклонись и подними. Спасибо. Да, надо работать. Да, это самая лучшая работа для женщин у нас. Вы знаете или нет, что компания Мэри Кей входит в стог компаний лучших рабочих мест для женщин в мире. И тем, кто думает, что никто ничего не покупает и никто ничего не может приобрести, особенно в Миассе, я вам скажу, по статистике, по продаваемости, на первом месте концерн «Калина» со всеми шампунями, черные, жемчуг и чистая линия, и все остальное, все, что продается в масс-маркет, то, что продается во всех магазинах, по продаваемости. На втором месте «Лореаль», на третьем месте «Мэри Кей». Это статистика. Вот о чем я хотела сказать, почему мы сегодня чествуем Татьяну, что она присоединилась к великой компании. К великой, к продукции, вы все сегодня прикоснетесь к великой продукции, к великой компании. И
Доброго пути, Татьяна, тебе. Сегодня уже говорили о пути. Доброго пути по дороге Мэри Кей.